Привет, друзья и гости нашего канала. Это видео снято где-то в феврале. Я точно не могу сказать, но уже тут вот подтаивает февральское. Просто я, когда загружаю видео, их сохраняю в папочках, а потом обрабатываю и выставляю. Ну, это видео я немножко как бы подзабыла, где она находится, в какой папке. Вот сегодня решила посмотреть и нашла. Здесь мы решили съездить на улицу Степная. В комментариях писали нам: покажите, пожалуйста, дом 42-43. И мы как раз туда и едем, чтобы показать. Едем мы по улице Аблайхана. Это улица Ленина. Проехали уже с вами дендропарк. И сейчас свернем на улицу 8 марта, на Урыс, она называется сейчас. И проедем, чтобы начать снимать улицу Степную с самого начала, до Коммунистической улицы. А от станции до Коммунистической мы уже как-то снимали. И если кому интересно, посмотрите в плейлистах улицы нашего города, и там вы можете найти. Вот сейчас мы сворачиваем на улицу Наурыс. Ну и чтобы подняться еще выше, мы свернем на улицу Интернациональная. Вот с правой стороны сейчас это отдел занятости. Вот сейчас мы сворачиваем на улицу Интернациональная и потом свернем на улицу Степана Разина. Справа проезжаем, это бывший лимонадный цех, заброшен. Сейчас там ничего нет. Ну и проедем прямо по этой улице и будем искать начало улицы Степной.